красота, ребята. Ну вот, на подходе к Матерхорну. С правой стороны у нас Монте-Роза. Мы часто летаем на Монте-Виза, вот Монте-Роза вам. Редкий случай, когда она открыта полностью. Можно ее всю лицезреть. А по дороге какая-то вспышечка небольшая, под нее заскочим, но, скорее всего, набора уже не будет. А вот слева тоже красивая системка. Обычно мы вот под крыло подсказывали, часто набираем там. И выезжаем на Матерхорн чуть-чуть по-другому. Сейчас чем хороша ситуация? Тем, что мы пришли высоко, то есть это высоко. Я очень доволен. Очень доволен. И я думаю, что уже без выключения попробуем дойти до Монблана. Куда Монблана? До Матерхорна. Посмотрите, просто это кусочек длинный будет уже. А то все скачем. Можно, чтобы понаслаждаться хоть в какой-то веке. Вот здесь часто я нырял через на Матерхорн, видите, слева внизу перевальчик, через этот перевальчик. Ну вот, потом идешь и еще один перевальчик, вот пальцем показываю, низко. И очень страшно, конечно, там все не пройдешь, потому что тогда приходится Матерхорном походить, с той стороны еще ниже все. Но в целом остаться можно и в Швейцарии. Вот. Ну вот. Фотографию надо сделать, ё-моё. Фоточка. Сколько мне дел. Как вы думаете, кто сейчас планером управляет? Оп. Хорошо, что ручка в тени. Никто не догадается, что я не управляю. А нет, в тени. Ну ладно. Ну, хороший пилот может, у меня копаевать сзади сидит. Оп. Так, и все. Я же не знаю, что я вам снимаю. Главное теперь вот этот Матерхорн не прийти. Вау, какой снег. Оп. Все, дорогой. Так, все, прекращаю. Так, с тобой сидит. Давайте пойдем его. С южной стороны, наверное. Ветер. Южно будет красивее. Там, кстати, еще облако висит. Может быть, даже набор можно будет сделать. Вот, смотрите, вот дублерончик-то наш. Так, и народ, по-моему, набирал под облаком. Попробуем и мы немножечко пролететь, чтобы выше вершины пройти. Так, уже есть поточек, сейчас переставлю закрылочку. Оп. Редкий случай, когда рядом с Матерхорном есть возможность набрать. Опа, параплан, посмотрите, вот. Вот этого я парня не видел. Надо повнимательней. А то сейчас этой видеосъемкой как намотаем кого-нибудь на фюзеляж. Вот так, кажется, параплан встретить здесь. Это ж просто уму непостижимо. А реально, вполне. Ну, вот народ на горе стоит. Подстроимся к ним. Что-то как-то не нравится, как они там набирают. Попробую я раньше немножко встать. Ну вот, вам набор рядом с Матерхорном. Набор, скажем, так себе. Нолики какие-то. Но в целом в этом месте потусоваться уже за счастье, согласитесь. Потому что очень красиво. Музыка мне это вот очень нравится. Я уж ее еще раз поставлю. А то наш YouTube вечно банит за мелодии, которые мы используем. Что, ай-яй-яй, копирайт, все дела. А вот эта девушка очень талантливо исполняет музыку, великолепно поет, поэтому да, очень нравится под ее мелодия летать. Если кто ее знает, может привет передавать и сказать, что одна из лучших, одно из лучших музыкальных сопровождений, которое можно придумать. Так, ну что, давайте еще разочек. Фотоаппарат. С другого ракурса снимем. Видите? Оп.
Оп. 12, кто-то у нас тут. Так, вижу. А, вижу. Вижу, вижу, вижу. Ну что, давайте облет сделаем. Через северную сторону. Выше него у нас сегодня не получилось. Но ничего. В принципе, так даже красивее. Оп. Тень наша на моторборде. Вот мне нравится северная сторона. Такая она со снегом. Страшная. А, полетели моторхорн. Теперь можно вполне рвать когти в сторону хаты. Вон еще парапланчик там. Все, не буду я буду больше набирать. Я хотел слетать еще к облаку, не хочу. Хочу к Монблану еще слетать. Сейчас попробуем рядом с парапланчиком пролететь. Заснять его вам на фоне моторхорна. Кстати, это же очень красиво будет. Только не помешать бедненькому. Уже. О, какая красота. О. Все, ребятушки, я выключаюсь. Хочу фотографию сделать парапланчика. Оп.